«Русский космизм, жизнь и вечность». Под таким названием в Люберецком краеведческом музее открылась необычная выставка. Автор картин Юрий Черепанов в своих произведениях объединяет земное и галактическое, сочетая на первый взгляд абсолютно несовместимые вещи. Рыбка Фугу, цветы, стрекоза и космическое пространство. Объединить на одной картине флору, фауну и совсем неземной космос. В таком необычном стиле работает люберецкий художник Юрий Черепанов. Сам творец искусства верит во взаимосвязь и единство всего, что есть на планете и галактике. Пишет на восприятии окружающего мира, а потом переносит свои ощущения на картины. Ну вот эти две картинки про спорт я написал по заказу специально для выставки перед открытием Олимпиады в Сочи. Эта выставка была в Казани. Здесь я изобразил дискобола и бегуна и оформил их в стиле современного восприятия космического пространства, где бегун перепрыгивает через земной шар, огромное количество энергии, луна, все вращается, движется. И вот эта энергетика современного мира, она вошла в изображение этих картин. 60 лет в искусстве – именно это послужило поводом открытия выставки Юрия Черепанова в краеведческом музее. Русский космизм – особый вид мировоззрения, лег в основу почти всех картин автора. В этом стиле работает он с момента запуска первого спутника. Космос и по сей день вдохновляет художника. До сих пор, рисуя каждую картинку, я думаю не только о земном изображении, но и о небе и о космическом пространстве, в котором мы находимся. Вот поэтому, когда я что-то изображаю, я вольно-невольно вкладываю в изображение каждого дерева, травы, пространства, земли, поля, неба ощущение, что мы не одни, что мы далеко-далеко существует все пространство, которое связано с нами нитями. На обозрение зрителей художник представил 60 произведений, выполненных в особо трудной технике графики, карандаши и гуаши, и даже иллюстрации к религиозным книгам. Работы люберчанина уже успели привлечь не только ценителей высокого искусства, но и совсем юных зрителей. Меня очень впечатлили картины карандашом. Они очень необычные, очень интересные. Меня впечатлила тема. То, что здесь соединено все, все из нашей жизни, то есть от неба до земли, и это очень красиво. Увидеть воочию русский космизм в краеведческом музее можно до 20 марта. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.